девочки. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Как спалось? Как вам спится на новой кроватке? Хорошо? Вижу, что да. Доброе утро. Давайте в школу. В школу встаем. Время 7:15. Ребят, всем привет. Давно у нас не было влога. Что-то мы пропали совсем. Делами занимаемся. Ой. Влоги. Влоги некогда совсем снимать. Ух, ты еще не всегда пугаешь. Все готово. А что, в шортах, а в куртке? Ножки не замерзнут? Нет. Нет? Ну, давай. Я мою подушку искала, юбки. Она под кроватью у тебя валялась. С кем ты идешь? С Ксенией. Нет, а кто тебе писал утром? Кто это там? Анна что-то. Все, готовы. Давай, пока. В общем, мы встретимся на площадке. Хорошо? Мы там будем. Маргарита тоже подойдет. Да, да, да. Давай, пока. Мы сегодня так торопились, что я забыла заснять, как мы в садик пошли, ребята. Мы в садик первый раз ходили. Каролина с Максом. Сегодня был такой день. А ты в пятый класс сходила? Маргарита сегодня была в пятом классе. Макс, садик. На часик, на 40 минут. На 40 минут, да, они приходили сегодня в садик. Все, познакомились. У нас в группе две девочки русские есть даже. Вот, так что все супер. Понравилось. Теперь до августа. Теперь пойдем только в августе. Там 22 или 21 какое. В общем. Пойдем, пойдем. Так что мы идем домой кушать. У нас вот так красиво, цветочки такие прям. Сегодня будет очень жарко. Купаться? Ты точно пойдешь купаться? А? Ты точно пойдешь купаться? Да, мы сегодня пойдем к Лизе. Я тоже хочу. Бумажка. Я тоже хочу, так нечестно. Они в школе сегодня пойдут купаться. А мы что? Что вам дали в садике? Какие-то такие вот шарики. Да. Только осторожно, их вроде не надо брать. Хорошо? Странно, зачем они вам? Зачем они дали им? Маленьким деткам такие шарики. Только шарики. Только в ротик не брать, хорошо? Просто шарики. Окей? Просто шарики. Они там играли. Каролина рисовала, да? Ты рисовала? Не знаю, что она рисовала. Меня-то внутри не было, я на улицу пошла. Макс играл с машинками. Да? Своими? Нет, там были машинки, он там взял. Лучше не брать свои вещи, а то он забудет. Ну, ничего страшного. Так что, понравилось. Да? Теперь до августа. Жарко сегодня. А вы, значит, сегодня в обед не учитесь, идете купаться? Крутые вы, повезло вам. И до скольки, во сколько ты придешь? В 3. В 3? А, как обычно, на пару часиков пойдете. Хорошо. Крутые вы, крутые. Ай-яй-яй, так нельзя. Так, сейчас мы будем кушать. Как вам спится-то вдвоем? Еще не хотите разделять кроватки? Нет. Нормально? Не ругаетесь? Ты полотенчика взяла? Пожалуйста. А кто будет за вход платить? Учительница? Школа. Школа платит. Получается, не бесплатно, а школа платит. Угу. Не знаю. Ну ладно. Пешочком пойдете? Да. Сначала пешком пойдете. Кепку надень, не крем пешком. Возьми. Не пешком. Не пешком. Мы сначала пойдем. Там был крем. Я знаю, мне здесь нужно. Все. Кепку обязательно. Все, пока. Пока. Давай, осторожно там плавай. Девочки. Да? Можно у вас поселиться в комнате? У вас так классно. Тут так
удобно. Не знаю почему, просто сдвинули кровати, но это так удобно. Как-то так, не знаю. Светит солнышко, так хорошо освещает комнату. Тут. Так что можете приглашать на пижамную вечеринку подружек. Так что я здесь сейчас буду дремать. Мне так спать хочется что-то. Я у вас здесь посплю немножечко. Линейка застряла! Ты зубик хочешь выдернуть? Мама, не... Зачем ты? А, ты чистишь зубы? Нет. Маргарита, кушать будешь? Вы там купались или нет? Маргарита ходила к подружке во двор. Купались, нет? Не купались, а просто... Просто брызгались? Да, брызгались. А, мы тоже здесь брызгались немножко во дворе. Сегодня очень жарко. Сейчас 35 градусов на улице. И мы немножко побрызгались, детки. Малыши наши побрызгались. Побегали. Ксюша, кстати, завтра опять в бассейн идет. Это вообще... Они сегодня с классом ходили в бассейн. Завтра пойдут в бассейн после обеда. Учиться надо, а не в бассейн ходить. Ну, наш учитель стал. Хорошая у вас учительница. У нас бы такая была, которая нас по бассейнам бы водила. Круто. Ну, для нас крапис. Ну, понятное дело. Угу. А у Маргариты учительница не хочет с ними ходить. Да? Угу. Она боится с вами ходить, если что, если вдруг что-то случится. Ты в купальнике, что ли? Как если... Мама, когда я залазю там... Здесь вот это... Но вы когда купаетесь, за вами кто смотрит? Ученица. За всеми? Сколько человек идут 22. В бассейн? 22 человека. И она смотрит, сидит за вами. А она купается? Нет, сама должна смотреть. Понятно. Ну вот. А у Маргариты ученица не хочет за вами смотреть. Каникулы у нас будут через 2 недельки. Получается, эту недельку доучимся. Следующую неделю доучимся и все. Да? Чуть-чуть осталось. Потерпите. И потом только 19 числа, 19 августа, да? Да? Какого числа идете? 19 августа или какого? Не написано у вас еще? Нет. Ну, по-моему, 19, потому что в прошлом году понедельник выпал на 20 августа, а в этот раз на 19 августа, значит, 19 числа. Где там наша принцесса маленькая? Ты наша принцесса? Макси, спира. А как всегда накакала? Принцесса накакала. Ну что, иди ко мне. Иди к нам. Иди ко мне. Иди ко мне. Какушка такая. Коза какуй. Сейчас еще накакает. У нее там висит одно. Правильно, на хозяйку надо накакать. Кролики. Как там кроликам нашим жарко, бедные. Они... Спят. Да, не спят целый день, им так жарко. Луна его охраняет. Луна его охраняет. Он даже спит. Кики, тебе не жарко, да? Скажи, ты дома, дома так прохладненько. Она сразу моется, когда ты ее трогаешь, да? У меня бактерии. Кики. Кики. Привет. А куда она пойдет? Оставь-ка ее. Она слезет? Давай. Оп, 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 оп. Куда я пошла? Ну, это не наши зайчики. Вы кушаете, да? Вам жарко? Водичку всю выпили. Водичку. Водичку всю выпили, да? Водичку вам надо дать. Вам так жарко сегодня. Бедненькие, опять началась жара. Опять они будут жариться тут. В своей шкурке. Да? Луна. Что ты делаешь? Сейчас посыпется здесь все. Мелкие шарики. Может, мне сюда чуть-чуть базу добавить? Или какой-то слайм. Ну. Да. Тепло. Лучше не трогай шарики. Что, лучше? Ага. Ну, какой-то такой крем. Он теперь в баночку тебе не поместится. Давайте спать уже, собираться. У нас тут база стоит. Настаивается. Нужно сделать около 40 слаймов.
Такая вот база получилась. Она когда настоится немножечко, часик-два, она такая эластичная, комочки там все рассасываются. Очень хорошая получается. Так что нужно будет сделать около 40 слаймов, ребят. Так вот. Видите, еще тут комочки остались. В общем, они потом сами по себе рассасываются. Когда он немножечко полежит, належится, настоится, и не будет никаких комочков. Так он очень хороший. Ручка у меня чистая, если что. Чтобы вы не подумали, что я грязными ручками лазю в слайм. Ладно, пускай стоит дальше. Потом будем делать. Все, Маргуш, делаем слаймики. Шоколадный мусс. Сейчас Маргарита это делает и пойдем спать. Да? На, не забудь посыпку. Полненько делай. Теперь вот так вот. Теперь закрываем. Ой, что было? А, вот Макс вот открыл мне все контейнеры. Все, теперь спать. Нет! Да, уже 11 часов. Кубик. Ну, как раз у вас есть 15 минут, если быстро сейчас зубки почистите. Я уже почистила. Все, готовы? Какой мультик будете смотреть? Смешарик? Ты вот сюда положи, пониже, вот сюда вот прям. Смотри, как мы в прошлый раз смотрели. Нет, мы вот так всегда смотрим сюда. А, ну хорошо, ладно, как тебе удобно. Смешарики. Все, дверь закрывать? Хорошо видно? Ну все. Вам 10-15 минут, хорошо? А потом спать. Девочки, все, уже время закончилось. Спят, что ли? Спят. Ну вот, ребят, у нас еще наш мультикубик как снотворное. Да, Макс? На, неси. Видите, как хорошо. 10-15 минут, и детки спят сладким сном. Посмотрели мультикубик и спать. Как раз на потолок. Очень удобно, когда ты лежишь на кровати, смотришь на потолок и сразу засыпаешь, и шейка не устает. Нет, уноси, все, они спят уже, пойдем. Уже спят, пошли. Все, ребята. Теперь Макс с Каролиной пойдут мультик смотреть и спать, да? Всем спокойной ночи. Макс. Теперь будем малышей укладывать кубиком. Ложись. На кроватку ложись. Здорово, супер. Смотрите, как ярко. Как раз тебе батарейка осталась. Нет, ты ложись на подушечку вон туда. На подушечку вон туда ложись. Вот. Головку сюда на подушку. Будем теперь вечером смотреть и засыпать под этой мультики. Все? Нормально видно? Ну все тогда, давайте. Ну вот, оказывается, можно еще кубик использовать как снотворное деткам. Перед сном включил мультик, они лежат, смотрят и засыпают.